Овцишка, мы сегодня в гоню. Да? Решили покормить собак, но мы их уже покормили. Да. И теперь вышли на пляжик позагорать. Ой, Арин, ты слышишь? Кто-то мявкает. Кто-то мяукает, вот там вот, смотри. Вот там вот, кто-то мяукает. Пошли смотреть быстро. Там кто-то мяукает. Я слышу. Давай быстрее, быстрее. Быстрее, там кто-то зовет на помощь. Там кто-то на помощь зовет. Быстрее давай. Давай, 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 давай. Смотри. На помощь. Давай, давай. Кто это? Кто это? Это котик застрял. Застрял котик. Ой-ой-ой. Это котик застрял в трубе. Ой-ой-ой. Пошли. Пошли на подстилку. Быстренько. Нам надо срочно спасти котика. Его надо достать из трубы. Давай, за хвост тяни. Ай, вытягивай, вытягивай. Давай, поможу. Ого, давай, тяни, тяни, тяни. Надо, наверное, открыть сначала. Так, мам. Ага. Можно не дать открыть. Так. А ну, эта крышка снимается? Да. Откручивай, откручивай. Все, открутили. Смотри, откручивай. Все. Вынимай его. Теперь тащи. За хвост. Давай трубу. Давай, давай. Наоборот. Тащи. Еще. Сильнее, сильнее, сильнее. Ого. Кто живет у меня в квартире и не платит за квартплату? Это мой наглый кот. Я покажу. Кто ты? Кто это за? Я ношу его, вот он. Похож? Угу. Да, 12 котиков. 12? Класс. Класс. Это что, он туда залез, да, Дось? Арин, залез туда и пытался, не мог вылезти. Хорошо, что мы рядом оказались и спасли его. Собака бы там, наверное, забрала. Ага. Замучили бы котика собаки, которых мы кормили. Как листичка. Да? Белочка. Нравится? Да. Да? Какая милота. А где это было? А там оно было. А на самом деле? На самом деле там оно и было. Ты сама видела, она лежала. Слышала, как она мяукала? Мяу, 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 мяу. Арина, помоги мне. Красота. Красота. Да. Что, будем искать клад? Клад будем искать? Ну пошли тогда клад искать. Или будешь играться с ней здесь? Искать клад. Клад? Ну хорошо, давай. Кристалл, давай. Нашли. Он полупрозрачный такой, как кварц. Ой, уронил. Давай, показывай.
прозрачным, кварц такой сиренево, сиренево-прозрачный. Что ты свою милоту схватила? Есть имя, да? Это он? Ихак Айс? Его Айс зовут. Айс. Угу. Ну спрячь, смотри, чтобы не потерять. Сложи. Сложи и пойдем дальше искать. Пока мы ищем кристаллы, вы можете подписаться на наш канал, поставить нам лайк, да? Давай, ищем дальше. Продолжаем. О, ух ты ж. Ого, какая красота. Это кусочек агата. Я покажу маме. Подожди. Дай я посмотрю. Да, это кусочек агата вот, разноцветный. Mm-hmm. Да. И если его отполировать, он будет полупрозрачный, как драгоценный камень. Это агат. Я не слышу? Да, можно. О, еще нашла. О, это вулканический камень. Это вулканический. Это лава. Она такая вот. Это кусочек лавы. Что там нашла? Разноцветный. Я покажу маме. Покажи, покажи. Сейчас. Смотрите. Краб. Ага. А вот он. Это крабик. Маленький крабик. Мы его сейчас, да. Ага. Да, что там, мама его забросила сюда? Мы его сейчас в воду бросим, да? Хочешь бросить, давай. Вот. Видишь, он не кусается. Это маленький. Нет, на ладошку, ладошку. Выбрасывайте его. И смотри, вот какой он. Красивенький, да? Ветер, от ветра, наверное. Видно будет. Давай. Ты его докинешь? Давай, бросай. Все, уплыл. Жить. Да, вырастет большой-большой. И потом его надо будет бояться. Ага. Да, что-то там в отеле работает, да, и как туман оседает такой. Вот. Ну что, все? Пока-пока-пока-пока-пока. Лайки? Все, давай, собираемся. Ну, давай. Ага. Все, погнали.